Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Суть вопроса заключается в том, что месяц назад увидела, что после пьянки с друзьями до дома мужа привезли на незнакомой мне машине. По моему мнению, машина чисто женская. Он сразу лег спать, я в его телефон, никогда не проверяла ни карманы, ни телефон, и увидела приписку женщины. Вот. Ну, дальше, соответственно, проблемы в определенной степени. Значит, долгий разговор, вот, молчание. Дальше, примирение. Вот. И вроде бы восстановление отношений, обещания со стороны супруга, что такого больше не повторится. Вот. И как бы с его стороны он живет, ну, дальше, как ни в чем не бывало. Автор же вопроса, не находит себе места, сходит с ума, постоянно об этом думает и не знает, что дальше делать, как эту ситуацию отпустить. Вот. По ее словам, разводиться, не разводится, не развелась, потому что не только дело не в любви, да, а в том, что совместные быть, дети, там родители с обоих сторон души мечают в нем. Вот, поэтому, собственно, она говорит, что без него не сможет. Вот. И, собственно, спрашивает, что же ей делать. Ну что ж, давайте потихонечку ваш вопрос попробуем рассмотреть. В первую очередь, первое, что хочется сказать, заключается в том, что вы говорите, что истеричка, вы сами себя называете истеричкой. Вы сами про себя говорите, что вы ну, жутко ревнивец. Так вы себя, собственно, называете. Вот. То есть это не моя интерпретация, это вот прям-таки, скажем так, цитат. Это цитат. Собственно говоря, что здесь интересно? Интересно здесь то, что у ревности, ну, у вашей ревности, есть свои причины. Эти причины связаны как раз с тем, что вы не уверены в себе, что вы боитесь остаться одна. Вот. Как раз вот эта вот история про то, что вы не можете бросить, ну, не можете расстаться со своим мужем, да, потому что вот слишком много на нем завязано, вот, и там, условно говоря, ну, в нем вот как-то души не чает, ну, люди, ну, ваши родные имеются в виду.
И это и есть некая зависимость. От окружающих людей. Есть некая несамостоятельность здесь, ну, ваша не, некоторая несамостоятельность. И вот, соответственно, по этой причине в частности вы получаете то, что получаете. Изначально неуверенность в себе, изначально сомнения, изначально даже бессознательное заострение внимания на проблемы верности, то, что вы вот. Так скажем, ревновали своего супруга. Вот. В этом вот и есть, на мой взгляд, основная проблематика. Ну, как мне кажется, по крайней мере. То есть проблема здесь основная в том, что вы изначально вот себе не уверен. Изначально. Вот. И вот все, что происходит, это следствие данного аспекта. Вот. Следствие данной проблематики. Все остальное это уже вторично. И ваше желание поговорить с своим мужем, а не ваше желание узнать и так далее. Вот, все это вторично. Все это вторично. Первичным является именно то, что вы изначально в себе как бы не уверены были. Изначально вы ревновали. Вот. И отсюда, собственно, сложности. Страх одиночества, неуверенность в себе, некая такая, получается, предметизация своего партнера. Все это довольно существенное влияние оказывает на отношения в целом. Вот. Ну, как бы, да, там, на восприятие друг друга вас с мужем. Вот. Ну и, соответственно, да, нужно заниматься коррекцией этого, нужно заниматься, вам нужно заниматься своей проблематикой, то
то есть проблематикой вашей самооценки, уверенности в себе и так далее. Вот. И гармонизировать отношения с вашим супругом, конечно, тоже очень важно. Вот. Но в первую очередь нужно озаботиться решением своих собственных сложностей. Вот. В первую очередь нужно озаботиться решением своих собственных проблем. Вот. И только потом у вас появится возможность выстраивать отношения с мужем. Вот. И необходимо расширять восприятие собственной жизни, потому что сейчас, как мне показалось, слишком сильно вы зависимы от семьи. Ну, мне так показалось. Понятно, что могу быть неправ, понятно, что могу ошибаться, но вот то, что вы описываете, очень на это похоже. Очень сильно на это похоже. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго.